В то же время в СМИ появилась версия цели обыска в Укрнафте. Изданию «Страна.ua» собственный источник в компании сообщил, можно прогнозировать, что в скором времени с обысками придут и в материнскую компанию НАК «Нафтогаз». В первую очередь силовиков интересует деятельность главы НАКа Андрея Коболева. Недоверие Коболеву выразили и в парламенте. Нардеп Николай Скорик требует открыть против главы НАК «Нафтогаз» уголовное дело. Скорик уверен, именно из-за действий Коболева и его замов, связанных с Народным фронтом, украинцам продают газ по завышенной стоимости на 100 долларов выше рыночной. При этом прибыль «Нафтогаза» за полгода составила 22 миллиарда гривен.